слава богу. Вот, можете, вот я предлагаю на наш сайт зайти, посмотреть, сравнить. Вот. Воскрешение вот таким вот образом проходило. Так вот здесь, вот это вот я, вот батюшка меня крестит полным погружением. Ну это не по канону, не по правилам. Это когда большевики пришли, и эта церковь разделилась на православную и католическую. Это нормально. Нет. Нет, если бы так евреи рассуждали бы, главное Бог в душе, ребенка можно не обрезывать. Мы бы сразу бы камнями закидали. Также и должны обряды совершаться полностью. А батюшка бы сказал, да главное Бог в душе, я буду вас пасывать. Все нормально было. Поэтому, если в канонах написано крещение, есть полное троекратное погружение и мочение, оно с любого языка так и переводится. Погружение. Вы должны задуматься и вздрогнуть. А вдруг вы не крещены и не спасете? Подумайте. Не брать? Вы предатель, да? А чего вы предатель? Скажите, разумите. Где вы взяли эти книжки и свои печати там наставили? Скажите, даже в этом скажите, слова эти ваши или Иисуса Христа? А вы при чем тут со своими печатями? А Христос печати? Сказал, что есть какие-то печати. Снимайте, снимайте. Вот, смотрите. Это вы на камеру, да? Снимайте, снимайте. А вы на камеру? Нет? Приятно. Вам же все равно. А кто вам разрешение дал снимать меня с камеры? Господь Иисус Христос. Да вы что? Конечно. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Православная церковь. Бесплатно Евангелие. Все слова Иисуса Христа. Если у вас занятие по изучению Библии, вы можете попасть на них, если позвоните нам. Вот это почитаю. Почитайте обязательно. Не просто почитайте, это должна быть настольная книга. Иначе у нас была, она царство... Очень хороший свитер. И там главное все слова Иисуса Христа о вечной жизни. Как попасть на Царство Небесное? Стандартная программа. Я предлагаю православный сайт Святой Евангелие. Меньше я и не согласен. А кто как прожил, так я тоже грешил. А Господь, Иисус Христос, взял грехи на себя всего мира. В это нужно только веровать, узнать Его своим личным спасителем и жить по Его слову. И Он примет это покаяние. И... Да что-то в мире есть такое. Да не что-то такое, а Бог Иисус Христос. Пасху, которого вот мы недавно встречали, Он воскрес. А если Он воскрес, то и мы воскреснем. В это нужно поверить. Да, но никто не вот... А вера от... Понятно, что не был. И я не был, но я мне Бог дал веру, а вам не дал. Почему? Я верую по-своему. Так надо, подвязайтесь, не нужно все за веру Евангелия. Кто по-своему верит, все будут в аду. Понятно. Бог желает нашего спасения и указал нам путь, как душу спасти. Свой путь, Христос говорит, я есть путь и истина и жизнь. А у вас свой путь. Выбирай смерть или жизнь. Христос говорит, выбери жизнь. Выбери жизнь. Жизнь дается одна. Смерти нет. Есть переход из одной жизни в другую. Это я знаю. Вот в это вы верите. Но чтобы эта другая жизнь не оказалась мучительной, ну, адом не оказалась, нужно эту нынешнюю жизнь прожить достойно. Хотя бы
хотя бы это верно. Перед смертью принести покаяние, хотя бы день святости прожить, и то Господь уже прощает, хоть вы всю жизнь прожили. Но и в то же время, если человек всю жизнь свято жил, а за день до смерти нагрешил, нет ему спасения. Если бы мы мало-мало свято жили, не было бы вот то, что истинно глаголите. И Гитлер бы не родился, если бы молились. Это бич Божий. Вот почему и получилось. Добро и зло. Да. Вот. У нас вот брат стоит, с Украины приехал, вот с бородой. Сюда, в Россию, на уверовал, понял, что так жить нельзя. Я говорю, почему, что там в Украине? Говорит, постоянная пропаганда, разжигание межнациональной розни. Русские нелюди, быдло, их надо убивать. И люди верят, а почему верят? А потому что они читают Евангелие. Если бы они читали хотя бы и знали, что Христос сказал, не воздавайте злом на зло, и ругательством на ругательство. Почему, я думаю, если бы не церковь, да, люди бы друг друга давно уничтожили. Да и церковь сейчас есть, и все равно уничтожают, потому что, ну, мало, может быть, трудимся, мало проповедуем. Смотрите, как сатана проповедует посредством массовой информации. Проповедовать-то надо... Убивайте друг друга. Ребенка-то надо проведывать, пока он лежит вдоль кроватки. Ну, наказывать. Наказывать, да, да, внушать, да, и воспитывать. Понятно. Все это. Но коли вы уже жизнь прожили, это не значит, что вам бесполезно проповедовать. Христос говорит, и кто пришел и в первом числе, да, но... и в одиннадцатом, получит одинаковую награду. Редкий человек, который не совершает ошибки. А потом кается. Кается? Но покаяние покаянию рознь. Еще нужно разобраться, что такое истинное покаяние. Многие у нас считают себя православными, ходят в храмы, каются и опять грешат. Ну я же хожу, каюсь, исповедуюсь, причащаюсь. И опять тот же грех совершают. Это в корне неправильно, это подмена. Если ты покаялся, ты должен возненавидеть этот грех. Просить у Бога силы больше не совершать этот грех. А как? Ты его опять будешь совершать, если ты его возненавидел. Ты умер для греха. С Богом. Помни, что там написано. Если что-то непонятно, телефоны наши. Звоните. У нас есть занятия по изучению вот этой книги Евангелия, слов Иисуса Христа, по Златоусту. Святой муж оставил нам труды такие. Так что звоните, если что. Помоги Господи вам. Сайт православной церкви. Слава Христу. Веруйте в Иисуса Христа. Темные силы нами руководят. Не темные силы нами руководят. Это вами темные силы руководят. Нами руководит Иисус Христос, который обещал нам жизнь вечную. И смерти нет, есть переходы из... Вот только Фаркатада даст вечную жизнь. Фаркатада, он что такое? О нем никто даже не слышал, о Христе все слышали. Чего вы его взяли? Какое он учение оставил, этот ваш Фаркатада? Какое учение он оставил? Учение. О, у меня 50 с чем-то журналов. 50 журналов. Но теперь у нас не печатается эти журналы. Его нет. Ну и там. Основное его учение какое? Чтобы жили люди хорошо. И все. А здесь говорится, чтобы люди жили вечно. И написано, кто только в этой жизни надеется на Господа Иисуса Христа, вот, тот несчастнее всех человеков. И бабушка, несчастный человек. Вы не верите в жизнь вечную, не верите в Иисуса Христа. Нет. Да. И вы умрете, и что, и лопух нам... Я счастлива, что я родилась, я еще маленькая была, ходила бабушка, бегала босиком. Вот такая бабушка в деревне. Бабушки рассказывали, говорит, придет. Да, давай, а вот бисквиты подаете? Нет, бесплатно. Мы хотели вас иметь, читайте. Спасибо. Интернет у вас есть? Есть. Вот сайт. Да, у нас есть. Придет человек на землю,
судья. Вот он и есть причем. Кто? Фаркатата. Ну где он? Когда пришел? Он пришел в 37-м году. В 37-м году? Да. И кого он осудил? А он никого не осудил. Вы говорите, судья пришел. Он... Судья, но он должен я судить. Я слышал. И в журналах то же самое написано. Но сюда поживет, потом узнает. Все перейдут. Вот, знаешь, все перейдут, зайдут в одно. Фаркату одна. Тогда жизнь совсем другая будет перемениться. Похоже, дух Антихриста в этом Фаркат Даде. А это? Сейчас вот брат хочет сказать что-то. А это? Послушайте внимательно. Бог творец неба и земли. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем покаяться. Ибо Он назначил день, в котором праведно будет судить вселенную посредством предопределенного ему же, подав благословение всем. Сынок, я это знаю. Я и Библию вы читала, поймите, и Евангелие читала. Господь Бог, знаете, как говорит, будет всеобщее воскресение всех мертвых, всех малых, великих, перед престолом Всевышнего. Вот написано будет... Воскреснет, воскреснут, все люди воскреснут. Придут. Все воскреснут. Да. Да. При третьем тысячелетии. Но судья наш будет Христос. И это сделает это Фаркатата. Но смотрите, только слово, не Иисус Христос. Слово Господне так говорит, отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Вот это Святое Евангелие, Евангелие от Иоанна 12:48, Господь Иисус Христос так сказал. Вот это слово будет нас судить в день суда. А если вы по этому слову не жили, а шли за каким-то тленным человеком в заблуждение, вы пойдете в вечность в гиену огненную, где ангелы все будут. Вот эти люди, которые познали, когда все веры сойдутся в одно. Тогда придет Антихрист. Тогда... Да, придет Антихрист. Написано, что Господь Иисус Христос, вот брат недавно говорит, я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, через Христа. Понимаете? Путь единственный через Христа. Нет Мухаммада, там, без каких-то других лжепророков. Только через Христа. Он. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Понимаете? Бог Творец послал в мир Сына Своего Единородного. Он его распялся на кресте и взял все грехи мира на себя. Ваш грех, брат мой, мой грех взял. Все грехи мира взял на себя. Если мы в эту жертву не поверим, написано, гнев Божий пребывает на нас, на неверующем человеке. Я читал, вы задумайтесь. Все это, мне не надо рассказывать. Так вот это слово у нас будет судить. Читать такое я тоже читал. Но если вы этому слову не верите, вы поете в гиену огненную. У меня все эти книги были, я их отдавал. Видите, Евангелие как написано? Для кого закрыто? Для погибающих. Для кого закрыто? Для погибающих. Если вам это закрыто, это значит, вы в погибель пойдете. Вы задумайтесь об этом. Впереди вечность, впереди суд Божий. А почему вот у Фаркатата лечатся? И... А у Иисуса Христа что, не лечатся, что ли? Воскресали люди. А кто вылечился? Я вылечился. Вот, я вылечился благодаря Иисусу Христу. У меня был рак. Ой, вторая степень. Надо. Сейчас я мастер не спорта. Не надо, не говори. Что все, вы мне не верите? Все вылечиваются только от Фаркатата. Да ложь все это. Ну, когда... Я его знать не знал, этого вашего Фаркатата, да, и исцелился. Правильно. А вы сказали только, что все вылечиваются только благодаря Фаркатата. Придет время, вы солгали только все что. Все узнают. Да. Придет. Придет, все узнают, увидят Антихриста. И тогда захотите умереть, а не сможете. Такое будет гонение страшное. Ужас. Ничего не будет. Вы лжете. В каком году будет? Православный истинный перевод. Читайте во славу Божию. Если что-то непонятно, заходите на сайт, звоните, задавайте вопросы. Спасайте ваши.
спасаетесь, помогаете. Слава Богу, но в церковь надо обязательно идти. На церкви нет спасения. Описанную душу должна спасти. Бессмертная душа. Делать доброе дело, эти вера без дел нет к вам. А дела делаешь, а веру не имеешь. Ну как же? Не надо. Нет. А он еще это, подъедет, да, он только? Невозможно. Да. Ну, как бы невозможно. Верующие в меня, говорят, верующие, а не верующие. Да, они же, ну я верую. Я в духе. Ну, иногда помолюсь, а иногда обязательно, обязательно надо, обязательно. Иди в церковь. Нет, прошу, прямо внимание. Потому что без священия чистых таких нет спасения. Поститься, молиться. Утром встаешь в Господи. Благодарю тебя. Я прозвала ночь, я встала. Иди сюда, Петь. И за все хвалить. Поблагодари Бога. И покуришь здесь, иди. Благодари за все, за хорошее, за плохое, за все благодарите. Помогите, давайте Евангелие возьмите, подарок. И считайте, это будет на